Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Ларандом Prime World. Если выиграю, получу 17 очков. Если проиграю, потеряю 18. И знаете что? Давайте так, если проиграю, нахер этот Prime World пошел, он в натуре дебильный. Я, конечно, посмотрел, как тут весело с фасткастом играть. Немножечко стало лучше, признаю, чуть-чуть лучше, да, но... Игра хуёвая, всё равно. Особенно вот эта мощь. Вся вот эта вот мощь, это всё дерьмо. Прогресс — страшная сила. Знаете, это как сравнивать... Ну, не знаю. Как сравнивать... Ну, знаете, вот карточную игру по доте выпустили, артефакт. Её вначале распиарили, а потом все выбросили. Вот, Prime World — это артефакт. Что, а дота... какой-нибудь, ну не знаю, МТГ арена, да, мотыга. Дота — это мотыга, Magic the Gathering, или там, я не знаю, или этот про Геральда из Ривии, там тоже есть что-то, карты какие-то. Гвинт, МТГ, да на худой конец даже этот, как его, ну, у Близзарда там что-то тоже есть. А Prime World — это сраный артефакт. Просто деньги, блять, вываливай в какую-то дыру, в говно. Тут невозможно играть без доната, вот и весь вывод. Солдаты вступают. Так что нахер. Давайте я буду играть и записывать видео до первого поражения, потому что меня это настоебало, честно говоря. Да, что фасткаст, весело, все круто, но хуйня. Хуйня, а не игра, ну реально. Хоть фасткаст, хоть хуйкаст там. Один хер, у тебя мощи нету, ничего нет. Все просчитано. К новым свершениям. Автопушка. Это гениально. Нет проблем. Укрепляем позиции. Чтобы еще усовершенствовать. Реально, он говорит, дота интереснее. Почему вы не хотите смотреть доту? Не понимаю. Пушка, это гениально. Хотя я, правда, давно уже и не выкладывал ничего по доте. Я там был этим. Сейчас поставим легендой. Тоже звание не самая последняя легенда. Нет проблем. К новым свершениям. Много проебал. Берс, успокойся, Берс. Вздохни немножко, поспокойнее, Берс. Давай, Крио, дави лайн. Ну, сейчас, блин, поставим опыт. Слабая какая-то, Крио даже лайн не может продавить. Укрепляем позиции. Точно в цель. Чтобы еще усовершенствовать. Механизмы могут и лечить. Нет проблем. Отличный полигон. А
Отгрузка. Это гениально. Ее же справа. Чтобы еще усовершенствовать. Ну ладно, короче. Восстановим силы. К новым свершениям. Блин, не успею, наверное. Все просчитано. Механизмы могу приучить. Гангеры хорошие попались. К новым свершениям. Бью без промаха. Восстановим силы. Укрепляем позиции. Отличный полигон. Череда могут и лечить. Незаменимый боец. Новая игрушка. Двойной удар. Сейчас поставим. Блин, привет, это откуда вообще? Восстановим силы. Не. Отличный полигон. Моя новая игрушка. Блин, неужели я теперь еще и не смогу проиграть, чтобы эту игру бросить? Вот это будет прикол. Сейчас поставим опыт. Автопушка, это гениально. Механизмы могут и лечить. Рубеж защищен. Отличный полигон. Побед. Восстановим силы. А прикиньте, я так до сенсея дойду, ни разу не проиграв. Вот это будет эпик. Но я, конечно, сомневаюсь, что так получится. Чтобы еще усовершенствовать. Механизмы могут и лечить. Укрепляем позицию. Отгрузка. Это гениально. К новым свершениям. Монстр повержен. Монстр повержен. Нет проблем. Отличный полигон. Да, Крил, ты зашла слишком далеко. Череда побед. Как бы это смешно не звучало. Механизмы могут и лечить. Ой, скакота. Сейчас поставим. Ну, видите, все бои либо вообще невыполнимые, либо просто сидишь и ничего не делаешь. Потому что игра не сбалансирована, нет баланса. Это гениально. Восстановим силы. Тупо баланса никакого нет. К новым свершениям. Механизмы могут и лечить. Новые игрушки. Мастерство боя. Чтобы еще усовершенствовать. Тупо нет баланса в этой игре. Укрепляем позиции. Сейчас поставим опыт. Восстановим силы. Заградительный огонь. Ну, давай, заморозь меня. Незаменимый боец. Крио, а чё ты не убегаешь? А, вон. Тогда ладно. Ты крутая. Это гениально. Бью без права. Новая игрушка. Ну, сука, выживу всё-таки. Череда побед. Механизмы могут и лечить. Моя новая игрушка. Отличный полигон. Укрепляем позицию. Первый штурм. Господи, какая скукота. Прогресс — страшная сила. Выстрел.
силы. Отличный полигон. Механизмы могут и лечить. О, нихуя себе. Ну, я помог ему лицо убить хотя бы. О, может, егерь еще маску доберет? Добрал. Хорошо. Напарник. Незаменимый боец. Что ж, продуктивно, я сдох. Я смогу найти решение любой проблемы. Это генерал. Точно в цель. Сейчас поставим опыт. Восстановим силы. Укрепляем позиции. Все просчитано. Отличный полигон. Бью без провока. Чтобы еще усовершенствовать. Механизмы могут и лечить. Моя новая игрушка. Отличный полигон. Это гениально. Ой. Ой. Все прощай. Блин, лох, ну ты тут откуда? Незаменимый боец. Блин, не понимаю. Они хотят сначала сделать откат ульты, а потом ее мощь повысить. По-моему, блин, выгоднее мощь. А потом уже откат. Хотя хер знает. Победа! Скукота-то какая, господи. Опять я сраный капитан, задолбала. 6600 нанес я, 5 вампир, 6900 егерь, 8600 маска, 10 берсерк, 3 нага, 3 маска, 4 крива, 4 лук, 5 леса. Всем спасибо, всем пока.